когда мне попросили делать этот фильм, как актер, я сказал нет. Они сказали, мы сделали второе, но второе не идет как первое. Пожалуйста, сделай третье, четвертое, пятое. И я подписал и взял. Родители, отец мой, они были озари. Я не знал никогда, где буду спать, где буду кушать, ничего, потому что мои родители не имели ничего. Когда я был у вас и с моей женой, я был очень тронут. Я даже сидел на скамье и видел этот монумент взрослый. Я плакал так. Это когда я был в Баку. Видео невероятно, потому что была сегодняшняя архитектура и вчерашняя архитектура, улицы, все, как чисто все. И потом, как мозги, синагога. Я сказал моей жене, как француз, я хочу идти в Баку и останется там.